Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Птичий короб. Барселона». Люди сходят с ума и кончают с собой, если посмотрят на неизвестных существ. Наше время пришло. Хочу увидеть тебя в последний раз. Фильм начинается с того, что Себастьян проводит дочь Анну на каток, где они в одиночестве катаются на роликах, прежде чем услышали подозрительный звук. Они решают сделать самое благоразумное в этой ситуации, а именно дать Себаса. Но в коридоре мужчина получает тростью по лицу, его берет на гоп-стоп банда слепых. Пока инвалиды отжимают провиант в виде консервов, Себастьян тянется за розочкой из разбитой бутылки. Вид сжавшейся у стены дочери заставляет его передумать. Когда грабители уходят, он встает и направляется с девочкой к выходу, по пути рассуждая, что незачем связываться с голодными преступниками. Нацепив сварочные очки, они выходят наружу. Пока отец и дочь бредут по безлюдным улицам, сохранившим следы беспорядков, закадровый голос читает информационные сводки о загадочных существах. Дикторы советуют не смотреть на них, иначе можно сойти с ума и экстренно покончить с собой подручными материалами. Пробравшись по захламленным, как после французских митингов, улицам, путники натыкаются на группу выживших, четверых людей с завязанными глазами, которые катят тележку с налутанными припасами. Велев дочери спрятаться, пока он не разберется, Себастьян заводит с ними разговор. Новые знакомые не горят желанием помогать первому встречному, но Себастьян привлекает их внимание информацией об электрогенераторах. Будучи инженером, он знает, где те хранятся. Посовещавшись, граждане загораются идеей обзавестись удобствами, которые дает электричество. Они приглашают Себастьяна в убежище, расположенное в огромном гараже автобусного парка. Там новенького осматривает доктор, чтобы наложить шов на полученное рассечение. Вечером, разделяя с новыми товарищами миску похлебки, Себастьян видит мужчину с жуткими шрамами вместо глаз. Тот рассказывает свою историю, мол, не все, кто видит загадочных существ, сразу убивают себя. Некоторые сходят с ума. Они считают, что должны каждому показать истинный свет. То есть насильно и против воли заставить увидеть неизвестных тварей. Когда такие психи вломились к ним в убежище, мужчина, воспользовавшись заминкой, схватил нож и вырезал себе глаза. К слепым сектанты безразличны. Ночью, когда выжившие дремали в салоне одного автобуса, Себастьян тайком крадется по гаражу к комнате с ключами. Он аккуратно собирает все ключи, после чего возвращается в транспорт. Тихо, чтобы никого не разбудить, мужчина подбирает нужный ключ, дабы завести мотор. За этим делом его застает проснувшийся доктор. Она интересуется, что тот делает, но Себастьян отгораживается стеклянной дверью. Обнаружив нужный ключ, он заводит двигатель и трогается с места вместе со всеми пассажирами. Те, в свою очередь, пытаются разбить стекло, чтобы добраться до него и остановить. Но даже перегородивший путь караульный не мешает Себастьяну. Он спокойно переезжает его без тени сомнений. Автобус, пробив запертые ворота, выезжает наружу, но недалеко. Наехав на кучу мусора, транспорт переворачивается на бок. Окровавленный Себастьян выползает наружу. Когда следом выбирается другой мужчина, он говорит, что существа идут, и они прекрасны. В воздух поднимаются листья и мелкий мусор, знаменуя приход таинственных существ. При взгляде на них глаза горе-водителя закрываются золотой поволокой. Остальным везет меньше. Мужчина, узрев тварь, тут же перерезает себе горло осколком стекла. Себастьян видит, как из раны вырывается сгусток яркого света и устремляется в небо. Когда следом из автобуса выбираются остальные, они также разными способами убивают себя. Кроме ослепленного мужчины, каждую смерть сопровождает освобождение сгустка света, летящего вверх. По крайней мере, так видится участник убийства. Когда последние души поднялись к небу, его за руку берет дочь и говорит, что он спас их, освободив от бренной оболочки. В ответ он интересуется, когда придет его очередь объединиться с дочерью и женой. Девочка напоминает, что ему нужно спасти еще много заблудших овец. История переносится на 9 месяцев назад. Себастьян работает инженером в энергетической компании, когда звонит обеспокоенная жена. По телевизору рассказывают о странной эпидемии самоубийств, которая быстро распространяется. Даже коллеги в офисе активно не берегут себя, совсем как студентики на свежем воздухе. В атмосфере всеобщего хаоса мужчина отправляется за дочерью. В метро он видит, как с путей поднимается и левитирует мелкий мусор, после чего пассажиры один за другим прыгают на рельсы, дабы встретить поезд широкими объятиями. Себастьяну едва удается пробиться через живой щит, чтобы убраться. Добравшись до католической школы, Себастьян забирает дочь. Они выходят через собор, где встречают отца Эстебана. Священник признается, что всегда мечтал увидеть чудо как доказательство Божьего промысла. Теперь его мечта сбылась. Всевышний не спаслал на землю ангел. Накрыв дочь пиджаком и вручив медальон Серафиму, мужчина выходит на улицу. Там он встречает жену, но Таня, глядя по сторонам, тут же попадает под автомобиль.
Себастьян молится в пустой церкви, пока призрак дочери танцует рядом. Ему мерещатся послания от Бога на иконах. Позже мужчина натыкается на подвешенных за руки психов, которые тоже видели существ. Они принимают их не за ангелов, а за инопланетян. Путник натыкается на Клэр, женщину с завязанными глазами. Она слышит его шаги, но Себастьян не откликается, тихо подкрадываясь, чтобы сорвать с нее повязку. Его коварный план прерывает появление собаки и других выживших. Себастьян использует проверенный трюк с обещанием генератора, чтобы втереться в доверие. С трудом, но ему это удается. Его приводят в убежище, где среди прочих находится маленькая девочка София, говорящая по-немецки, отчего ее никто не понимает. Дрессировщик собак Рафа, заметив свежие швы на лбу Себастьяна, расспрашивает, кто их наложил. Новенький признается, что это сделал доктор из погибшей группы. Он один спасся. Рафа благоразумно обвиняет Себастьяна в убийстве товарищей, намереваясь выгнать его. Призрак Анны советует отцу использовать другую тактику – использовать Софию. Пользуясь знанием немецкого, мужчина разговаривает с ней. Он узнает, что девочка была с мамой в туристической поездке, когда все началось. Чудом спасшись с парома, они услышали по радио про замок-музей на горе, куда можно добраться только на фуникулёре. София направилась туда, когда потеряла маму. Ее подобрала Клэр. Выжившие решают, что защищенный замок, куда психам пешком не добраться, является хорошим укрытием. Они собираются туда отправиться, но есть один минус. Для этого придется пешком пройти через весь город с завязанными глазами. Нацепив обязательные повязки, выжившие готовятся к спасительному походу. Ночью на привале, когда все спят, мужчина втихаря подрезает поводок одной из собак. Днем, когда существа оказываются рядом, собака Рафа рвет надрезанный поводок и убегает. Из-за напускных слуховых галлюцинаций, когда каждый слышит свое, дрессировщику мерещится скулеж воспитанников. Думая, что собаки ранены, он снимает повязку и становится очередной жертвой. Себастьян глядит, как свет покидает мертвое тело, пока остальные разделились на две группы. Кто-то ищет убежище, а кто-то Рафу. Собака, охраняя тело хозяина, срывает маску с морды и видит существ. Она бросается на старика, кусая его, после чего супруга уводит того в сторону. Себастьян безучастно следит за ними. Нашедшие укрытие зовут остальных. Приходят все, кроме погибшего Рафы и его собак. Готовясь ко сну, люди успокаивают друг друга. Один из выживших, Октавио, высказывает предположение, что монстры имеют квантовую природу. Они принимают форму лишь когда рядом с ними есть наблюдатель. И для каждого человека эта форма индивидуальна. Поэтому они слышат голоса родных и близких и видят перед смертью что-то свое. Себастьян дарит Софии медальон Серафима, некогда принадлежащий дочери. Попутно он вспоминает, как они прятались от психов, вытаскивающих людей на улицу и заставляющих смотреть на существ. Позже призрак Анны стыдит его. Это был ее медальон, а София ему не дочь. Утром выжившие проверяют дом на безопасность. Нацепив повязки, закрывают окна шторами, чтобы ненароком не увидеть что-то снаружи. Себастьян обманывает Октавио, говоря, что окна в комнате завешены. Когда тот снимает повязку, он видит свет за окном и, понимая, что Себастьян предатель, хватает нож со стола. Но вместо справедливой мести вонзает его себе в живот несколько раз, пока не падает в лужу крови. Клэр идет на шум. Призрак Анны велит Себастьяну снять с нее повязку, но тот, ошарашенный тем, что не увидел исходящего от покойника света, отказывается. Выжившие выдвигаются дальше. На улице Себастьян, чьи очки на самом деле не скрывают обзор, видит следы проживания психов. Тут же появляется один из них на мотоцикле. Пользуясь зрением, Себастьян уводит людей цепочкой прочь, но на повороте укушенный собакой старик падает, подворачивая ногу. Жена остается с ним, в то время как Себастьян уводит Клэр и Софию дальше в поисках открытой двери. К супружеской паре медленно приближается таинственное существо. Понимая, что это конец, они снимают повязки, чтобы в последний раз посмотреть друг на друга. Забравшись в дом, Клэр понимает, что Себастьян – один из психов, выживших после того, как увидел монстра. Она обвиняет его в убийстве остальных, пока призрак Анны уговаривает отца открыть дверь и принести их в жертву. Мужчина спорит с мертвой девочкой, а Клэр уводит Софию по лестнице на крышу. Завязав глаза, они выходят наружу, не понимая, что здесь у психа явное преимущество. Себастьян настигает их на самом краю. Он убеждает женщину, что хочет помочь, но так категорически против такой помощи. Оступившись, Клэр падает вниз, но не на асфальт, а на строительные лестницы. Леса этажом ниже. Себастьян успокаивает Софию, обещая показать самых красивых ангелов. Его рука тянется к повязке, но он мешкается. Анна уговаривает закончить начатое. Мужчина уже готов развязать узел, но в последний момент передумывает и обнимает девочку. Он вспоминает, как ночью в день рождения Анны к ним вломились психи во главе с отцом Эстебаном. Утром они вытащили их на крышу и заставили смотреть. Девочка, увидев существо, улыбнулась и прыгнула вниз. А когда Себастьян подбежал к краю, его зрачки поддернулись пеленой, и мертвая дочь встала с ним рядом, держа за руку. Себастьян возвращается за Клэр, чтобы рассказать свой план. Он проведет их к фуникулеру.
Женщина ему не верит, но появление в доме других психов заставляет принять предложение. Выжившие по лесам удирают с крыши, когда их настигает женщина-псих. Она не знает, что Себастьян тоже видит, но когда завязывается драка, понимает, что к чему, и пытается выколоть мужчине глаза. Себастьяну удается сбросить ее на землю, после чего выжившие удирают. Себастьян садит спутников в машину и уезжает. Несмотря на агрессивное сопротивление кровожадных психов, возглавляемых старым знакомым отцом Эстебаном. Они неспешно отправляются в погоню на своей машине. В этот раз Себастьян ведет аккуратней, объезжая перегородивших дорогу людей. Добравшись до вышки фуникулера, он перегораживает машиной вход во двор и засовывает в бензобак тряпку, чтобы поджечь. Бензобак взрывается как раз тогда, когда полезли психи. Тачка становится горящим препятствием. Себастьян отправляет Клэр и Софию по лестнице наверх, а сам остается прикрывать отход. Поднимаясь, девочка едва не падает из-за отвалившейся ступеньки, но Клэр ее вытаскивает. Понимая, что вслепую они рискуют погибнуть, женщина снимает повязку и ведет девочку к кабине управления, рискуя узреть существо. Там Клэр пытается запустить фуникулеры, но электричества нет. Тогда она, заметив колокол, звонит в него, чтобы подать сигнал укрывшимся в замке. Звук также привлекает внимание квантовых монстров. Женщина слышит голоса и крепко зажмуривается. Но план сработал. Питание подается, и фуникулеры приходят в движение. Но голоса вынуждают женщину опустить руку девочки, чтобы закрыть уши. Та, слыша голос матери, едва не падает с края площадки, но Клэр, взяв себя в руки, в последний момент спасает девочку. В это время внизу по ту сторону огня стоит отец Эстебан. Себастьян называет его ложным пророком и берет арматуру, дабы защититься. Призрак дочери, стоя в огне, велит пропустить психов, после чего Анна идет к отцу, объятая пламенем. С криком «Ты не настоящая!» Себастьян протыкает призрак арматурой, но под ее личиной скрывается отец Эстебан. Он достает костяной кинжал и ранит Себастьяна, после чего прижимает его к себе, насаживая на ту же арматуру. Ориентируясь по звуку открывающихся дверей, женщина решает прыгать вслепую. С Софией на руках она в нужный момент залетает в закрывающиеся двери, и фуникулер с закрашенными ради безопасности окнами уносит их прочь, пока умирающий Себастьян, лежа на спине, глядит в небо и улыбается. По прибытии их встречают вооруженные солдаты и ведут на допрос. Клэр видит обустроенное убежище, где люди выращивают овощи. Проходя мимо рядов зелени, она замечает женщину, мать Софии. Военные, прикинув, что к чему, не мешают счастливому воссоединению семьи. Но Клэр ведут на осмотр, где также берут кровь для анализов. По словам врача, они разрабатывают противоядие, чтобы нивелировать влияние монстров. Якобы экстремальный стресс может менять ДНК, что приводит к созданию психов. Фильм заканчивается сценой эксперимента над мышами. Военным удалось поймать одного монстра и держать его взаперти.